Ламікон обирай, скажи грибку прощавай. Спонсор показу Фармак. Друзі, мої вітання. Мене звати Ігор Гаврищак. Це YouTube-платформа 24-го каналу. У нас на календарі 1 серпня, вівторок. І це традиційне зведення з нашим військовим експертом і полковником Збройних сил України Романом Світаном. Пане Романе, вітаю. Слава Україні. Слава, бажаю всім здоров'я. Що ж, знову ж таки, в нас є, пане Романе, атака на столицю агресора. Москва, Москва-Сіті і знову удари безпілотників по тому самому Москва-Сіті, які були напередодні. Нагадаю, що там є як мінімум представництво трьох міністерств російських. Пане Романе, як ви вважаєте, ці от удари будуть регулярними? Чому, до речі, ж були вже удари, чому немає захисту і чому в центрі столиці Росії не збиваються дрони? Раз уже і повторна атака пройшла, тим більше удачна атака. Скоріше всього, в Москва-Сіті знаходяться не тільки три міністерства, особливо от Мінцифри. Под этим министерством иногда находятся цифровой политики, иногда находятся штабы по хакерских групп, то есть если они начинают работать по Украине, допустим, против Украины и вообще по миру, то здесь могут находиться несколько этажей вот таких военных, легальных военных объектов, так как они работают против нашей страны, выполняя определенные боевые, можно сказать, задания, естественно, легальные цели, и уже пока их не добьют наши беспилотники, они будут туда постоянно идти, и то, что проходят беспилотники, говорит о том, у россиян ПВО абсолютно дырявое. То есть они проходят уже и повторно прошли примерно по тому же маршруту, скорее всего, потому что их опять засекли примерно под Калугой и дальше ближе к Москве. Примерно по тому же маршруту россияне так ничего и не сделали. Скорее всего, не могут, так как у них не хватает зенитно-ракетных комплексов, а работать в Москве, в самом городе, так это еще больше нанести вреда постройкам, чем, допустим, нанесет вреда сам беспилотник. Потому они здесь уже, так как ждут удара, ничего не могут сделать просто с этим. Скорее всего, будут рассредотачиваться, потому что другого варианта нет. А это, может быть, и есть целью нанести урон в управлении, нанести, задержать какие-то действия или их перенести в другие места. Вот как раз эта задача, боевая задача, которую выполняют, я думаю, это уже наши беспилотники дальние, которые могут идти на дальность за 500 километров, до Москвы 500. Ну, была информация, наши идут до 700 километров под прямым управлением. Причем это уже понятно, что дрон идет конкретно под прямым управлением, так как попадает чуть ли не до этажа, именно туда, куда нужно. Не влияют, скорее всего, на него системы радиоэлектронной борьбы, РЭП, что можно было перед этим предположить, то есть работа РЭП, тушение связи, ну а дальше уже как слепой котенок может тыкаться, куда летит. А вот сейчас повторно, если туда же били, значит это все и в прошлый раз, и в этот раз, это прямое управление без какого-либо воздействия внешнего. Можно говорить о хорошей технике, но, естественно, исполнении и управлении, в том числе, до конца полета. А до речі, є офіційне повідомлення від Міноборони Росії, начебто летіло три безпілотники, два вони збили, а третій вони ребом приглушили. Але по кадрах ми бачимо, що є чітке влучання, тобто вони свідомо і так очевидно брешуть, навіть нічого не можуть придумати. Попри Москва-Сіті, в Москві, пане Роман, також неспокійно було і в Петербурзі. Тому що в нас є кадри, як чоловік кинув якусь запальну суміш в двері воєнкомату, а потім взагалі протаранив воєнкомат машиною. Як ви вважаєте, це також знов початок нападу на воєнкомати, тому що раніше, вже кілька місяців тому, така ситуація була подібна на Росії? Россияне в какой-то мере выражают протест. Понятно, не полный, то есть не сгорит военкомат. Это просто такое выражение несогласия, выражение протеста по действиям власти. Так как точка применения в основном это то
заведение, из которого исходит угроза. Вот россияне думают о том, что угроза исходит из военкомата. Но это на нижнем уровне, хотя реально принимаются решения, конечно, военно-политическим руководством России. Но это не одинокий такой случай. Я думаю, это продолжение серии поджогов, тем более не специализированно, то есть не закрываясь, понимая, что его камеры будут видеть и отследят, в конце концов, люди уже выходят на такой протест, в том числе и на такой протест. Но это, наверное, продолжение общих протестов по России. Уже к чему они приведут в ближайшее время будет понятно, так как россиян ждет очередная волна мобилизации. Все подготовки, вся подготовка, которая сейчас идет, законодательная, это как раз для включения механизма примерно прошлогоднего уровня, где-то на сентябрь 200-300 тысяч будут собирать по России. До речі, якщо говорити про удари по Україні, то шахедами атакували Харківщину, влучили в гуртожиток. І по Кривоморозі, вчора, нагадаю, дві ракети влучили. Є мінімум шестеро людей, які загинули, і велика кількість постраждалих. До речі, пане Романе, вже відомо, що це було дві ракети «Іскандер», які запускали з Джанкої, з півострову Крим. Скажіть, будь ласка, чи можемо ми боротися з «Іскандерами»? Ну, над Києвом ми їх точно би збивали, над Кривим Рогом ми могли їх збити чи ні? Если только там стоит СМТ или Патриот, но раз они прошли, скорее всего, там этих систем нет. То есть баллистические ракеты можно сбить только вот такого уровня техника. И есть еще несколько зенитно-ракетных комплексов в мире, которые могут бороться с ракетами, типа Хеца израильского, но пока нет возможности их получить. Вот надо увеличивать контакт с нашими партнерами и запрашивать увеличение поставок вот таких ЗРК типа Патриот и СМТ. Быстрее, наверное, СМТ, так как это экспортный вариант, по большому счету его можно даже переплатить, так сказать, перезакупить, перезаключить договора на поставку нам. Не только Кривой Рог, у нас большинство городов от баллистических ракет не закрыты. Потому уничтожать ракеты лучше, пока, по крайней мере, у нас нет достаточного количества ЗРК, уничтожать их лучше в точках пуска. То есть пусковые установки, а это в Крыму, вот в районе Джанкоя, ну не только с Джанкоя, с практически любой точки Крыма, у нее ракета дальность 500 километров, с любой точки Крыма они могут отстреливаться, а вот вычислять пусковые установки, это возможно. У нас есть разведка, и радиотехническая разведка, и главное управление разведки работает. Нужно достаточное количество ракет уровня Storm Shadow, Scalp, EG, Таурусы нужны немецкие в достаточном количестве. У немцев они есть, вот они до сих пор думают, вот для чего Таурусы нужны. Уничтожать пусковые Искандеры в Крыму. Потому хотелось бы, чтобы немецкое правительство побыстрее приняло решение на передачу нам этих ракет. По Криму також інформація, пане Романе, знову неспокійно біля Керченського мосту, тому що вчора ввечері там пролунала повітряна тривога, знов міст перекрили і навіть евакуювали залізничну станцію поруч, яка називається Керч-Південна. Але повідомили, що все нормально, зберігайте спокій. Я правильно розумію, тому що ми кожен день з вами проговорюємо, що відбувається біля мосту, і там постійно нема жодного дня, аби там не було якихось проблем в окупантів. Ми можемо паралізувати міст, не б'ючи по ньому, а просто здійснюючи такі от атаки в стилі ІПСО? Ну, вряд ли это ИПСО в чистом виде. То есть идут атаки, у нас есть, ну, раз у нас беспилотники до Москвы доходят, то, естественно, дойдут и до Керчи, и до Керченского моста. То, что Керчь Южную перекрывали, это правильно, потому что как раз там происходит рассортировка поездов, и любой военный состав, который везет, допустим, топливо, боеприпасы, через Керченский мост, он же заходит в Керчь, и вот поймать его в Керчи, это тоже вывести из строя практически весь узел. То есть тот же беспилотник, который, может быть, не нанесет большого удара
вернее, большого урона по железнодорожному мосту, то попав в ЖД-состав, стоящий на станции, не в движении, а стоящий на станции, если вычисляют, допустим, разведка вычисляет о том, что зашел, это как вот у нас было и в Донецке, и в Иловайске, и в Харцизске, заходит состав на разгрузку, он стоит несколько часов, его начинают разгружать, это БК, это боеприпасы, это топливо, которое начинает сливать. И в этот момент можно вывести беспилотник, ракету, поразить состав, он, когда начинает гореть, то, в принципе, выгорает практически все, что есть на станции. И вот так ловить тоже можно, и, скорее всего, россияне прекрасно понимают, что идет, когда идет военный состав, военные грузы заходят на Керчь Южную, то, естественно, перекрывают все и вся подходы, даже для того, чтобы разведка не могла увидеть непосредственное расположение состава в данный момент, на какой из колеи он стоит. То есть это постоянный прессинг, который будет уже до нашей победы, до полного изгнания россиян с украинской территории. И разными путями можно перекрыть движение по Керченскому мосту, в том числе и ударами по ЖД-станции. До речі, з іншої сторони півострову, в Сімферополі, лунали вибухи, кажуть місцеві, як мінімум 7 вибухів, і це знову безпілотники. Бачимо, також атакуємо і біля Сімферополя. Чи можуть бути якісь важливі об'єкти, пане Роман? Там много воєнних об'єктів. Сімферополь – це один із таких теж воєнних хабів. Через нього йде основний трафік із Джанкоя на Севастополь. И там есть и перегрузы, и склады, потому там достаточное количество военных объектов. И также, пересекая и уничтожая в районе Симферополя, допустим, этот трафик, мы не допускаем поставку тех же ракет до Севастополя, в Севастопольскую бухту для перезарядки кораблей. То есть это также такой креативный подход к выполнению боевых задач, уменьшение логистики и трафика военной амуниции российской. До речі, якщо рухатись далі від Севастополя, Сімферополь, Джанкой і в бік Мелітополя, там є, ми з вами вже говорили, так, звісно, Чонгар і міст. Перший удар кілька місяців тому був, власне, по автошляху Чонгарському, а тепер от стало вже офіційно відомо і потрапили фотографії в мережу, що цього разу ми вдарили по залізниці. Пане Роман, я так розумію, що ми можемо повністю паралізувати напрямок з Криму на сухопутну частину Запорізької області? Очень важно, что именно по ЖД-мосту был удар, так как основные поставки идут железнодорожным транспортом. И вот линия, допустим, с Керчи, то есть Керченский мост, Керчь, дальше Джанкой, это все ветки железнодорожные. И идет ветка как раз через Чангарский мост в сторону Мелитополя. А основная часть грузов военных именно железной дорогой и шла. И вот удар... Вот очень показательно удар ракетой по ЖД-развязке перед мостом. Ровно, строго между двумя линиями. То есть разрушена и одна, и другая колея. Это говорит о том, что английские ракеты Storm Shadow – это реально высокоточное оружие. Там отклонение в полметра, наверное. Уже видно, что КВО где-то в полметра, метр максимум. То есть вот это называется высокоточное оружие. Одной ракетой уничтожается сразу, ну или повреждается как минимум две ветки. Их очень сложно ремонтировать, потому что ветка, допустим, она просто на поверхности, ее за полдня можно восстановить. А вот ветка, которая сходит или заходит на ЖД-мост, и сам ЖД-мост... Его повреждения уже для того, чтобы восстановить, придется перелаживать сам мост. То есть это долго, это несколько недель, а то и месяцев, в зависимости от сложности восстановления. Потому Чангарский мост, Крымский мост и съезды, выезды на мост. И не забываем Таганрогский мост. Я думаю, в конце концов мы до него тоже доберемся.
Ну, от, власне, нагадаю нашим глядачам, ми за останні 4 дні ми двічі були в напрямку Таганрогу. Ось це Таганрог і це от міст, про який ми згадуємо, який веде на Маріуполі, далі на Волноваху, ну, або далі на південь. Пане Романе, нас також відомо по Чорному морю цікава інформація. Ми згадували, що дронами, казала Росія, ми били по їхньому патрульному кораблі Сергій Котов. І от знову є повідомлення, що тепер по двох таких патрульних кораблях Сергій Котов і ще один ми продовжуємо бити дронами. Це може бути Магура В-5, про які ми з вами говорили, чи це якісь інші дрони? І загалом, наскільки дієва є атака таких кораблів нашими дронами? У нас кілька типів надводних дронів. Їх вже видно. Ви бачили, як мінімум 3-4 типи вже є. Одна з них – це Магура В-5. Є така гора в Бескидах, так її і назвали, цей безпілотник. Это наши креативщики, наши толковые инженера, которые создали такого рода беспилотник. Это БЭК, так называемый, беспилотный, безэкипажный катер. И вот эти БЭКи, они будут в ближайшее время, ну, буквально в каждую движущуюся российскую цель в акватории Черного моря пытаться уничтожить. Дальность даже той же Магуры до 800 километров. До 800 километров. Это, можно сказать, можно загнать их в Новороссийск. И такого же рода катера прошли под Керченский мост, его повредили, а это дальность за 500 километров. Потому на дальности 300, ну уж точно будем пытаться затопить российские катера. Российские корабли. Каждый корабль военный, он оборудован определенной системой защиты корабля. Она практически все системы неплохие, но есть механизмы, как их обойти. Парой, тройкой заслепляя, допустим, систему обнаружения. Но есть, и будем их пробовать. Я думаю, в очередную какую-то волну будут затоплены российские корабли. Ну а дальше это уже такое пойдет повальное затопление, потому что все будет зависеть от количества произведенных бэков. А я думаю, уже поставлено, особенно после назначения нового руководителя Укроборонпрома, поставлено производство бэков на промышленную основу, и мы их будем постоянно слышать. У бэка как минимум, ну, авиабомбу 250-килограммовую, АФА-250, он может нести контактный взрыватель, либо контактный, либо лазерный взрыватель, и наносить повреждения кораблям уж точно можно, если уже мост снесли взрывной волной, то удар в корму, удар в борт в районе кормы, по большому счету, выведет корабль из строя. Это уже ждет, ну, хотелось бы верить, что всю Черноморскую эскадру затопления. До речі, пане Романе, є в нас дуже і дуже цікава інформація. Ми знаємо, що після 17 липня, як Росія вийшла з зернової угоди, не продовжила зернову угоду, вона почала дуже потужно обстрілювати Одеський порт і весь напрямок суден. І от стало відомо, є вже супутникові знімки, а інфографіка, так? Що в ніч з 30 на 30 липня три цивільні судна зуміли, наплювали на погрози росіян, що вони будуть бити і вважати це військовими суднами. І ці судна є ізраїльське, грецьке та турецько-грузинське. І вони пішли в гирло Дунаю, відповідно, вивозити українське зерно. Можна це вважати про те, що під впливом Туреччини чи кого, але бачимо, вони наплювали на погрози росіян і судна зайшли в акваторію Дунаю. Ну, если в качестве сарказма, так если там израильтяне первые шли, скорее всего, где-то взяли посудину за 3 копейки, которая шла на утилизацию, и зашли в Черное море, потому что наше правительство создало стабилизационный фонд и страховой фонд, вот, чтобы получить эти там несколько миллиардов гривен, зашли поискать какую-то мину. Израильтяне, они ж молодцы в этом смысле. Естественно, за собой потянули. Но это сарказм. Это сарказм, конечно. Такая ирония с издевкой. Молодцы. Если правильно, вот если грамотно с военной точки зрения, можно сказать, молодцы израильтяне. Не побоялись под израильским флагом, под прикрытием военного самолета
еще и не сами, еще и подтянули еще два корабля. И наплевав конкретно на угрозы россиян, зашли, выполнили свою задачу. Они, понятно, не зашли за каким-то грузом, но это не важно. Важен сам факт. Сам факт вот такого действия. И после Израиля, я думаю, а это уже можно сказать, исправляется, может быть, и израильское правительство уже понимает и начинает занимать, в конце концов, правильную позицию. Именно позицию, не вставая на чьи-то там рельсы или кого-то поддерживая или не поддерживая, а именно показывая свою позицию, правильную позицию. Ну, нельзя в этом мире заставлять под действием силы рушить законы международные. Нельзя нарушать морское право. Потому вот израильтяне молодцы, выполнили боевую задачу, я бы даже так сказал. Это боевая задача уже, зашли. И выполняют уже дальше коммерческую задачу. Я думаю, за ними потянутся и остальные суда в таком же самом режиме. То есть узнают как и под гарантии, ну, с какой-то степени гарантии нашего правительства, гарантии тех военных самолетов, которые будут прикрывать, а может быть потом под гарантии и натовские, или тех стран, которые будут сопровождать эти трафики. Дальше начнет двигаться сам, уже наша отгрузка нашей продукции. Вот пока это еще, допустим, Дунайские порты, но я думаю, это будет и дойдет и до Одессы. До речі, ми говорили з вами раніше, пане Роман, про нашу безпеку, і що німецька компанія Rheinmetall будуватиме завод в Україні, як мінімум один, і ще анонсує два заводи. І от стало відомо про домовленість Міністерства оборони з турецькою компанією Bayraktar, яка Bayraktar виробляє, що в Україні побудують сервісний центр з обслуговування Bayraktar'ів. Як ви вважаєте, це може реально посилити нашу оборону? И обслуживание Bayraktar'ов. Раз центр по обслуживанию, значит, на этой базе можно их и собирать. То есть крупноузловая сборка в любом центре обслуживания – это легко развить. Потому, я думаю, скорее всего, это такой первый пробный шаг. Шар для через обслуживание. В конце концов, на этом месте будет завод, еще один завод по сборке, крупноузловой сборке Bayraktar'ів уже на нашій території. Якщо згадувати вагнерівців Білорусь, пане Романе, по-перше, Пригожин заявив, що більше не будуть набирати найманців Вагнер, тоді яким чином вони хочуть навчатися, я не розумію логіки, і кажуть, що будуть збільшувати їх в Білорусі. Я правильно розумію, що вагнерівці повністю прикривають свою діяльність в Росії і розгортають її в Білорусі? І як ви вважаєте, чи слід в такому випадку очікувати нам якоїсь небезпеки з півночі? Ну, с севера у нас точно никакой проблемы не будет, недостаточное количество. Для того, чтобы создать украинскому войску проблему с севера, им надо больше 100 тысяч человек там собрать. Вот даже 120-тысячная группировка в районе Луганской области, вот мы о ней говорим, постоянное движение по линии фронта, они пытаются двигаться, так они же не двигаются. Где-то прошли, их отработали артиллерии, отходят обратно. Потому там несколько тысяч человек или даже плюс десятки тысяч белорусских войск с проблемой реальной нам не создадут по северу Украины. А вот проблему могут создать для белорусов, проблему могут создать для москвичей, потому что если вдруг Путин, который собирается в Турцию в ближайшее время, к Эрдогану, он там будет арестован согласно ордера Международного уголовного суда, то нужно будет быстро заполнить вакуум власти в Кремле. Это значит, схватят вагнеровцы, схватят Лукашенко и подтащат его садить на трон в Москве. То есть это там может быть проблема. Есть какие-то сейчас уже возникают трения на границе с Польшей, со странами Балтии, а это с участием вагнеров тоже может быть, так как там в основном это сотрудники главного разведуправления Генштаба Российской Федерации. То есть это диверсионно-разведывательные группы, которые могут выполнять в режиме провокации практически и в режиме провокации любые действия, ну и как в чистом виде ДРГ. Потому войску польскому нужно быть, конечно, под постоянным
держать это все под постоянным контролем и жестче отрабатывать некоторые соприкосновения, потому что понимаешь, что с той стороны, со стороны Беларуси, участвуют военные преступники, которые убивали украинцев на территории Украины. Здесь, ну, им виднее, конечно, они там сами разберутся. Я думаю, там проблем, больших проблем не будет. А то, что у Вагнера, допустим, сейчас на данный момент там прикрыт сбор или набор, это говорит просто о том, что нет точек применения пока. В Африке там происходят некоторые моменты сейчас и в Нигере, и в нескольких еще республиках Заварушки, в которых также участвует ЧВК «Вагнер», но там уже и американцы есть, то есть там есть моменты, и французы, они же тоже на это смотреть не будут, как их из Нигера выдавливают. То есть там сейчас пойдет такое мощное противостояние к тем же «Вагнеровцам», потому им пришлось сменить, так сказать, центр базирования из России, так как, чтобы по России не ударили, санкционные еще и по Вагнеру, они сместились в Беларусь. Беларусь вроде как для мира такая страна-прокладка, потому не жалко называется россиянам, так сказать, удары по Беларуси. Потому там Вагнер сейчас и находится. Пане Романе, в департаменті державному США підтвердили, що між Києвом і Вашингтоном цього тижня почнуться переговори про так звані двосторонні гарантії безпеки, довгострокові безпекові гарантії, перепрошую. Скажіть, будь ласка, наскільки нам можуть замінити членство в НАТО саме двосторонні гарантії з Сполученими Штатами Америки? Надо все называть своими именами. Не может быть лист бумаги гарантий. То есть это лист бумаги, на котором написано договор или еще что-нибудь такого уровня. То есть это просто договор о взаимопомощи, либо договор о помощи. Это очень хорошая бумага в этом смысле. Почему? Потому что, первое, она дает возможность нашим американским партнерам отчитаться о потраченной финансовой помощи и военной помощи нашей стране. Без нее, ну, это нужно доказывать, сложновато. А вот такой бумагой там намного проще выделять деньги для нас. То есть это правильные действия, это надо приветствовать такого рода действия. Но это ни в коем случае не надо заменять понятие. Договор о помощи и гарантии безопасности – это абсолютно две разные разницы. Договор ни в коем случае не может быть гарантией безопасности. А гарантия безопасности – вступление в НАТО и восстановление ядерного статуса через попадание в программу обмена ядерным оружием. То есть расположение у нас американского ядерного оружия. Вот это гарантия безопасности. И об этом можно тогда говорить, потому что уже ядерную страну, ну, никто обстреливать ракетами дальними не будет, потому что можно же обратно получить и совсем не конвенциально. Вот это гарантия. А вот этот договор, скорее всего, это будет договор до вступления в НАТО, примерно уровня израильского. Есть между Соединенными Штатами и Израилем такой же договор о помощи. Там три позиции, основные три позиции – это финансовая помощь, военная помощь и разрешение о производстве военной продукции, совместном производстве военной продукции. Вот это нам, вот эти три пункта этого договора нам бы, конечно, однозначно не помешали. Главное, надо понимать, когда он вступит в силу. Ну, то есть, потому что по некоторым сведениям есть в информационном поле, которые есть, договор вступит в силу после нападения России на Украину. А вопрос тогда, когда? А сейчас это не нападение, то есть, скорее всего, имеется в виду, это уже после нашей победы над российской армией, после этого только включится сам по себе договор. То есть вот такие нюансы, мелкие, с одной стороны, нюансы, но они иногда нивелируют саму тему договора и больше тогда смахивают это на какую-то информационную утку, информационную волну, а для нас, нам это и ПСО, ну, абсолютно уже не надо. Но нам нужны оружие, нам надо финансовая поддержка, надо производство совместное, то есть непосредственное исполнение таких договоров. Потому надо смотреть вглубь договора, то есть прочитывать каждый пункт,
этого договора, и тогда можно понимать, что это такое. Ну уж точно это не гарантия безопасности. Пане Романе, до речі, поговоримо на кінець про танки, тому що політика повідомляє наступне, що нам передадуть американці Абрамси, але іншу модифікацію. Раніше нам мали передати М1А2 покращеною електронікою, так, але передадуть М1А1, тому що, мовляв, дуже довго вчитися на цих оновлених Абрамсах. І плюс вони будуть позбавлені новітнього броні. Як ви вважаєте, М1А1 набагато гірші за М1А2? Ну, так і є по поводу броні. Ну, броню, понятно, американці не хочуть, щоб броня з об'єднаним ураном технології попали росіянам. Це, в принципі, як-то можна зрозуміти. Электронику, там тоже есть часть электроники, которая тоже не хотят, чтобы попала она, допустим, к россиянам, а потом, может быть, к иранцам. Но если так подходить, так тогда можно дождаться, что придет просто железная коробка и два негра вместо двигателя. И вот в таком режиме могут, ну это из анекдота, конечно, старого, это тоже из сарказма, будем так говорить, сарказм, чтобы не обижались афроамериканцы. То есть до такой степени, конечно, могут довести. Хотя нам, по большому счету, сейчас любая коробочка, она будет помогать. И запуск целой системы тут тоже очень важно. Если придут Абрамсы, значит, придет и управление системой восстановления, то есть это целая инженерные колонны, это обучение наших танкистов, обучение наших техников обслуживанию этих танков, то, в принципе, с этой точки зрения, конечно, неплохо. Сами по себе количество танков в любом виде, в лучшем или в худшем, там 30 танков в один батальон, он погоды не сделает, не так. Но вот передача системы поддержки, техподдержки танков. Вот это хорошо, потому что на нее потом можно повесить любые танки, если она уже есть и настроена, а на нее уже можно будет повесить любые танки, любые модификации и любого количества, просто ее расширять. Потому здесь вот в этом смысле положительный эффект. Ну и, до речі, пане Романе, є також от повідомлення, що крім того, що завод Rheinmetall в Україні буде будувати, він також вже навчає наших інженерів, наших фахівців для заводу ремонту леопардів. І, очевидно, це дуже добре, так? Що в нас буде не лише ремонтна база в Польщі, але й безпосередньо в Україні. Це буде значно швидше і оперативніше відновлювати техніку. І, наскільки я розумію, якщо ми створюємо цілий ремонтний центр в Україні леопардів, значить нам, пане Романе, трошки більше передали, ніж пару десятків, про які офіційно оголошували. Ну, любой танк, он даже один танк, он при техническом сопровождении, он требует к себе большой такой инженерной структуры. Почему и нет смысла передавать один, два или там 10 танков? Потому что приходится отстраивать целую систему станций техобслуживания, ну или хотя бы одну большую. Потому и смысл есть уже начинать от сотни, от полка. Полк танков, вот танковый полк около сотни танков, вот есть смысл тогда строить именно эту станцию такую мощную. Потому я думаю, скорее всего, от сотни и дальше будут исчисляться все танки, которые нам передают. И те же Абрамсы, я же о чем и говорю, тоже. Даже если сначала заходит 30, то потом еще два батальона добросят и до полка. То же самое касается челленджеров, то же самое касается и леопардов. Ну а то, что Rheinmetall у нас ставит и ремонтные базы, и сборочные заводы, это для нас такой большой плюс, так как сам по себе Rheinmetall и стоящий за ним BlackRock, это серьезные мощные структуры, которые сами себя могут охранять. Им не надо какие-то армии, они сами себя обороняют, охраняют. А BlackRock, в области которого находится Rheinmetall, это вообще структура с управлением больше 10 триллионов долларов. То есть это такие серьезные блоки, которые в принципе без правительства и войн могут решать очень много вопросов, потому
только из-за того, чтобы Rheinmetall у нас что-то располагал, здесь и то можно было бы уже заключать с ними договора, так как там, где они заходят, там быстро прекращаются всякие войны, так как включаются еще другие механизмы защиты, финансовые, экономические, дипломатические. Потому здесь с этой стороны тоже большой положительный, то есть большой положительный момент. Пане Романе, дякую за це зведення. Нагадаю нашим глядачам, у нас на календарі сьогодні 1 серпня, вівторок. Не забувайте традиційно коментувати, ставити лайк, підписуватися і поширювати нашу розмову серед друзів, родичів та знайомих. Мене звати Ігор Гаврищак. Побачимось в ефірі 24-го каналу.